Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть Dark Souls 2 и проходить. В прошлой серии мы победили последнего четвертого великого босса Железного Короля. И, по-моему, нам сейчас сюда. Если я не ошибаюсь. В общем, посмотрим. Вроде как сюда мне надо идти. Тай, как он меня ударил? Вроде он меня не бил даже. О, две стрелы? Что? Это что-то новенькое. Так, и мы двигаемся дальше. Я сам не знаю куда, так как я очень давно играл и забыл. Я думал, я зацепил и второго, но нет. К сожалению, нет. О! Ты откуда взялся-то? Мерцающий титанит. Мне бы обломки титанита, чтобы улучшить свой доспех до максимума. Так, а сюда я вообще ни разу не ходил, да? Значит, да. Это что у нас тут? Я думал, это просто дух какого-то игрока. А, вау. Бешеная штуковина какая. Минус два. Полукруглый топорик драконоборца и щит золотого сокола. Чё? Полукруглый топорик. Вот это. Ух, странный какой-то. Не, таким оружием я не умею драться. Совсем. Дофигища черных катан у меня. Чё, неплохо. Только я буду своим оружием пользоваться. И щит золотого сокола. По всем характеристикам хуже моего. Так. И вот мы... возле этой двери. Да, мы пришли туда, куда надо. И тут ход в очередное DLC, которое вы можете посмотреть, уже пройденное на канале, в плейлистах найти его, где я его прохожу за другого персонажа, мага, если вам интересно. Это DLC, уже сейчас хотите посмотреть? Там есть все три DLC, которые сюда входят. Так. А чё тут невидимки? Я не могу на них наводиться, печально. Очень-очень печально. Как он меня ножиком достал своим коротким? Как? Нельзя. Так нельзя. Так, тут ничего нет. Тут есть что-то. Кто-то идет. Кто? Это как будто я хожу. Ну а почему я только что стоял, а как будто шел кто-то? Ну ладно. Наверное, глюк со звуками. О, дождик. Как же прикольно тут. Так. Воина света. Вот меч хороший, смотри. Оу-оу. Я ж... На. Я живу. Я пока живой, и это хорошо. Большой королевский меч. Так. Урна святой воды. Замок Дранглик. О, мы пришли в какой-то... Эй! А, фиг попадешь в эту штуковину. С этим мечом. Он бьет выше земли. Вау.
Я тебя и не заметил, слушай. Чё, конец? Нет, это не может быть концом. Слишком быстро. Слишком быстро. Закончить свое путешествие. Эй, я знал. Бешеный слоник. Смотрите, какие они бешеные. Вау. Еще и достал. Нет, не, спасибо, мне хватит. Давайте по одному. Почему вы не хотите по одному идти? Один на один, все честно. Воу. Понятно. Понятно. Вот, значит, как ты умеешь. О, а с одним, блин, ее-то я бить не хотел. Блин. Ее бить я не хотел, блин. Сколько я этого повторять? Нет! Слоник, ты чё? Ты зачем обижаешь людей? Главное, не спеши никуда. Тут кто-то еще умер. Наверное, как и я. От этих слоников они очень злые, когда вдвоем вообще нельзя никак их обойти. О, как красиво-то. Вау. Что происходит? Куда ты стреляешь? А что это за рыцари? Ой-ой-ой, они оживают. Они оживают. Как они оживают-то? Ну ладно. А как тот ожил? Странно. Один ожил, один нет. Как это работает? Тут ящик есть. Мощное поджигание и огненное семя. Окей. Так, а мне надо кого-то убить возле этой чаши. Может, кто-то хочет восстать? О, ты откуда-то взялся? И блок на них не работает. Так, надо еще. Ой. А ну-ка идите-ка сюда-ка. Fuck this game. Так, окей. Вау, эти откуда взялись-то? Ребят, вы откуда? Тяжелый арбалет, ну спасибо. О, ножи. Так, они откуда-то оттуда прибегают? Чё вы, чё вам надо-то? Дверь открывайся и быстрее. Я не хочу, чтобы эти статуи ожили. Мне хватает с кем тут драться. Давай, давай, давай. Еще идет? Нет? Никто? Все? Я внутри. Кто тут есть? Ты кто? Кто ты?
my lord. Unfortunately, my lord, the king, the queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their soul. Our king has watched over this land, King Vendrick. We must. The king had a dear queen. Long ago, the queen came to me. She warned our lord of the looming threat across the... The king crossed the ocean and defeated... The king commandeered them with the golems to celebrate victory and to show... The queen brought peace to this land. The peace so deep, the dark. Is this... Where am I? Who are... By whose permission do you... Ну, все сначала пошло. А, не. Я тоже победил четырех великих. Ой-ой. Че у тебя есть? Меч, как у меня, кольцо. Можем купить стрел. И все. Да-да. Тронный зал. Тишина. И вправду никого нету. Ну, ладно. Тогда нам вниз, походу. А. Сюда нельзя. Есть кто в замке живой? Что-то мне не нравится. Когда-нибудь тут пусто. Никого нету. Эй. Что происходит? What the fuck? Не пугай меня так. Что это было? Там что-то есть за дверью, походу. Клад. Ну, не знаю, врут ли или не врут. Но давайте посмотрим. Очищенный костяной прах. И вправду клад впереди. О-оу. Некоторые с этих статуй начинают оживать, когда я к ним подхожу. Долго-долго поворачивался. Так, окей. Ты тоже оживаешь, как я понял. Костер впереди. О, это замечательно. Давно уже пора костер. Вау. Их можно атакой разбудить. Окей. Этого нельзя. Тут кто-то умер как-то. Восславить солнце, кстати, сильный враг. Чё? Тогда я туда не пойду. О, чья-то красная штуковина. А, не, я не думаю, что мне стоит с кем-то сражаться сейчас. У меня и так есть полно забот. Например, мне надо двигаться дальше. О. И как узнать, который рыцарь живет, а который нет? Окей.
О, дверь открылась. Вау-вау-вау! И там у нас этот боссик. Это же был боссом. Почему он тут? Я уже из наручи руин? Ого! Ключ камень Фароса. Наручи руин — это что-то новенькое. Никогда их не видел. Ого! Ого-го! Чё, неплохо, только они тяжелые, но они лучше моих наруч много-много раз, но они слишком тяжелые. Ха! Что-то выпало. Зато тут свет включили. О, очередной страж. Ну как так? Как вообще так выходит? Так, посмотрим, что у нас вот тут. Меч. Ого, я в сундук упал. Подожди. По-моему, я тут все остальное осмотрел. Шлем Фарама, доспех Фарама, что? Понял, это же этот один из самых красивых тут доспехов, которые есть. Неплохо, я упал. О, тут у нас этот старикашка. Не знаю, что-то ничего с нами не хочет разговаривать.
Так, куда я забежал? Ой-ой, какая толпа за мной. А может, вы не будете за мной идти? Тут все оживают чё-то. Сколько людей я ожило-то? Сколько я на себя наагрил? Тут что-то есть. Эй! Резкий ты наш. Сколько урона! Один удар! Вы это видите? Замороженный цветок. Это что такое? Открывает новый выход из храма зимы, который находится по дороге к великому замку. Новый выход к храму земли, который находится на дороге к великому замку. Стрела тьмы. Так. А тут вроде как все я забрал. Больше ничего нету. Ладно. Что-то новенькое мы нашли. Эй, вы только не оживайте, пожалуйста. Спокойствие впереди, окей. Что? А, я даже не человек. Давайте мы сюда забежим. Грипп Элизабет заберем. И посмотрим, что... О, сундук. Сундук, а ты какой? Ты нормальный? Урна разве... Вау! Не надо меня убивать. Надо хоть оружие какое-то взять. Окей, застряньте там, пожалуйста. Не в ту руку, не в ту руку. Сюда щит. Не тот? Нет, так я его точно не убью. Стоп. Да любое оружие, все, нормально, сойдет. Они меня еще убьют вдвоем. Так, надо что-то другое. А вот и мой меч. Все равно дерутся они. Пипец как. На, на. А, как не достал? Нет. Да ё-моё. Надо еще длиннее меч себе найти. А то это что-то короткий, не достает. Так, все, надо надевать все что. Все что у меня должно быть. Так, что там еще на мне? Что я там еще таскал? Кольцо клинков. А, я знаю, где можно достать кольцо получше. Броня, броня. И вот это у меня было, а вот это. Не знаю, но меня прет этот шлем. Пока я полый, я буду таскать. Вот этот шлем. Когда я буду использовать ту штуку, чтобы не быть полом, то я буду снимать шлем. Во. И все будет замечательно. Чё тут у нас? Тут никто не хочет оживать.
Колечко, колечко, на что бы тебе заменить? Усиливает баланс. Мне бы кольцо, которое у врагов уменьшает баланс. Вот что мне надо. Доспех королевского мечника. Это вам не фигня. Настоящую вещь подобрал. Че все окаменевшие? Че здесь произошло? Обожаю эту комнату. Ого. Зато большую душу отважного воина я получил. Так, вы оживать не хотите? Так и думал. Нет! Сам нарвался. Ну, как вообще у них, что у них за баланс такой, что им все равно на мои атаки? Каменевшая кость дракона, это круто. Давай-ка мы с тобой лучше в эту комнатку войдем. Ой, что-то ты слишком легкий. Это было легко. Это было очень легко. Вау! Да ну! Я не понимаю, как эти рыцари такие сильные стали. А ты откуда взялся? Тут есть лестница вниз. Вау! Тише! Не надо спрыгивать никуда. Ау! Прям в пятку попал. Офигеть. Какой точный. Так, так, так. Что у нас тут? Что ты? Кто ты? Ты королева какая-то. He found more strength to fake, but in the end, he never took the true throne. Visit Ven. We have no need for two. Все? Поговорили? Сразу два правителя нам не нужны. Ну, тогда скинем ее. И будем сами править. Я тут много-много-много-много всякой штуковины. Та-дам! И что я сделал? В атаку!
Вау! Эй! Серьезно? Понятненько. Этого намного легче убить, я понял. Сейчас. Окей. Минус один, это так уже намного проще. Все, ты один. Посмотрим, на что ты сейчас способен без своего дружка. Все. Это было легко. Очень-очень легко. О! Окей, наш старый друг. Что ж, ребят. Нет, еще не все. Мы пойдем в Манджулу, прокачаем уровень, улучшим нашу броню и потом уже распрощаемся. Хотя я это все могу сделать за кадром. Так что на этом все. С вами был Пират. Если вам понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться. Ну, уровень я покажу, какой я там уже стану. 20. Ну, думаю, достаточно. Давайте я покачаю ученость. Возможно, я какую-то магию выучу. Вот так вот. Все, все души я потратил. Еще у нас есть вот эта штука. И всем пока тогда уже.